И в завершение немного о новой жизни «Беларусьфильма». 3 месяца назад там сменилось руководство, и сегодня новый директор подвел итоги первых 100 дней работы. Прежде всего, на национальной киностудии уделили внимание поиску эффективной модели управления. Сейчас пересматривается штат и формируются новые подходы к производству картин. Здесь активно ищут зарубежных партнеров и обсуждают формы сотрудничества. Совместные картины сейчас снимают с Россией, Польшей, Германией, Францией, и список стран намерены расширять. Уже завтра делегация киностудии отправиться в Китай. Мы рассматриваем, в первую очередь, эффективность. Эффективность того, что мы снимаем. Мне бы не хотелось получать фильмы и складывать их на полку. Ищу интересные проекты, но хотелось бы максимально прозрачный. Мне не интересно вкладывать свои деньги, либо вкладывать свои мощности, просто для того, чтобы получить свой прокат только на территории Беларуси. Если входим в копродукцию, то мы должны войти в копродукцию так, чтобы от дистрибьюции мы получили свой процент по всему миру. Что же касается производства картин, то на киностудии говорят о дефиците интересных сценариев и оригинальных идей. Этим летом объявят конкурс на создание полнометражного фильма. В следующем году киностудии исполнится 95 лет. К этой дате приурочат первый фестиваль «Беларусьфильма». Из ближайших планов проведения Дней белорусского кино в кинотеатрах и организациях больших экскурсий не только по павильонам, но и на съемочной площадке.